Руководители управляющих компаний, представители Люберецкой администрации, госжилинспекции, Мособл ЕРЦ и жителей в округе собрал муниципальный форум «Управдом». На нем обсудили подготовку жилого фонда к осенне-зимнему сезону, годовую корректировку платы за отопление, создание общедомовых чатов и другие вопросы. На заседании побывала и наша съемочная группа. Этот форум проходит в Люберцах с 2015 года. Здесь поднимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства и обсуждают темы, с которыми сталкиваются организации сферы ЖКХ. На особом контроле деятельность компаний, обслуживающих многоквартирные дома. У нас управляющие компании, которые так или иначе относились недобросовестно к жилому фонду, от многих избавились. Ну а жизнь так устроена, что кто хочет от этой жизни устоять, он просто обязан, обречен. Вписываются в требования современные сегодняшние. На территории округа 30 управляющих компаний. Они обслуживают 2174 многоквартирных дома. Плановое отключение горячего водоснабжения в них проводят согласно графику на срок от 10 до 14 дней. Один из вопросов, который тоже волнует жителей – перерасчет за отопление. Его производят на основании показаний общедомовых приборов учета. Корректировка размера платы может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Сумма корректирующих начислений до начислений по услуге отопления будет отражена в платежном документе равными долями. В этом году сумма доплаты по отоплению за 2021 год будет определяться равными платежами в течение 12 месяцев. Для уточнения суммы жители могут обратиться в офис Мособл ЕРЦ. Еще одна тема – взаимодействие с управляющими компаниями. Для оперативного решения вопросов в общедомовые чаты предлагают добавить представителей обслуживающей организации. То есть как только житель говорит, что в доме плохая горячая вода или низкая температура отопления, представитель управляющей компании обязан будет обязательно дать свой комментарий. И вот сотрудник управляющей компании будет находиться в каждом таком чате и всем жителям давать свои разъяснения по тем или иным вопросам. В форуме обсудили реализацию региональной программы по капитальному ремонту МКД, работу системы автоматического контроля загазованности в квартирах и другие вопросы. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.